Татьяна, приветствую. Коллеги, очень рада с вами быть сегодня. Вот, приветствую вас. Меня Затраченко Варвара, я методолог, профориентолог. И у нас сегодня будет с вами необычная встреча, потому что вроде бы мы все так привыкли к вебинарам, как к каким-то лекциям. Нет, у нас с вами будет интересно. Сегодня я чуть попозже вам расскажу, в чем будет секрет. А пока попрошу вас, немножко как раз и изучим наш экран, нашу платформу. Внизу есть функция огонечков, поэтому поставьте, пожалуйста, огонечки те, кто уже знаком с темой профориентации. Вот кто ее, кто, может быть, сам проходил какие-то консультации, программы, может быть, вы сами какую-то литературу читали, книги про саморазвитие, там поиск себя, призвание. Может быть, вы педагог в школе, да, и вы там планируете эту тему развивать, там быть полезным для своих детей, для родителей с детьми. Вот. То есть поставьте, пожалуйста, огонечки, кому это интересно, кому актуально, кто уже сталкивался с этим, буду вам очень благодарна. Вот, и пока вы ставите, я немножечко расскажу о себе, то есть почему, в принципе, я сегодня, да, вам рассказываю. Я в теме профориентации уже больше 4 лет, и у меня такие две специализации, это методология и профориентация, я работаю на стыке. И сегодня, в том числе через свой опыт, через интересные кейсы, я и еще второй спикер, чуть попозже расскажу о нем, будем рассказывать, делиться, как реально профориентация помогает в развитии себя как эксперта и в развитии себя именно в этой области, то есть в работе со своими клиентами, со своей аудиторией, поэтому будет интересно. А для тех, кому интересна профориентация как инструмент, и кто с нами пробудет до конца, вы сможете заполнить анкету. Я вам ее сразу кину в чат, но потом тоже продублирую. Кто хочет, может сейчас уже заполнить. И вы получите полезные материалы в конце. Это кроме списка литературы рекомендованной, вы увидите, узнаете, какие интересные, актуальные интернет-ресурсы есть по профориентации. А также специально для вас мы подготовим описание одной из методик. Мы сегодня начнем о ней говорить. Это реальная профориентационная методика, которую вы прямо вот здесь сейчас можете забрать себе в работу и использовать в реальной практике. Ну, а сейчас я вам расскажу секрет нашего эфира, и он будет в том, что я буду не одна. Я не буду здесь говорящей головой, у нас очень будет живое, интересное общение, и я попрошу нашего второго эксперта выйти в эфир. С нами будет вот сейчас такой интересный момент. Это не ошибка Гугла, да, это специально было сделано, чтобы поприветствовать Анну Калинину, нашего педагога. Друзья, с нами в эфире второй эксперт, это педагог Анна. Благодарю тебя, что из твоего загруженного графика, я знаю, насколько педагоги, учителя перегружены даже, скажем, да. И хочу вот тебя поприветствовать. Кратенько расскажи о себе, чуть поподробнее коллегам мы попозже расскажем, да, наши кейсы. Добрый день, Варя, добрый день, уважаемые участники вебинара. Ну, рада представиться, да, зовут меня Калинина Анна. Я действительно работаю в школе, то есть человек, который неравнодушен к своему делу, любит свое дело, но и при всем при этом хочет развиваться в разных сферах жизни, и поэтому тема профориентации близка, интересна, и по одной из причин я с вами сегодня здесь. Здорово, здорово. Ну, как говорится, кейсы с полей всегда интересны, да, поэтому я очень рада, что мы сегодня с тобой эту тему вместе читаем, да, поделимся реальными такими практическими кейсами с нашими коллегами. Да, это некоторая интрига. Ну и почему на самом деле мы сегодня перед вами? Я достаточно много исследовала и тему профориентации, и нахожусь в сообществе профориентологов, являюсь приглашенным экспертом и являюсь даже методологом в Академии профориентации, поэтому, конечно же, знаю изнутри и потребности, и боли, и самих специалистов, да, и той аудитории, с которыми работают специалисты, именно там подростки, родители.
взрослые люди, которые хотят найти себя, да, в профессии. В том числе я являюсь консультантом-методологом, то есть я консультирую экспертов по раскрытию себя, раскрытию своего потенциала и, в частности, в подготовке себя к тому, чтобы разработать свои продукты, потому что у меня одна из специализаций – это методология. Поэтому я помогаю разрабатывать консультационные, обучающие продукты. И, естественно, сейчас в современном мире, когда многие люди ушли в удаленную работу, это становится очень актуально, как развитие себя вот через свои продукты. Ну и кроме того, я готовила различные уроки, вебинары по теме самореализации, профориентации. И вот также на слайде вы видите как минимум два диплома, сертификата. Я проходила курсы повышения квалификации в МГУ по профориентации и владею одной из таких комплексных профориентационных методик. Вот. Ну что, давайте поговорим о наших задачах на вебинар. Конечно, хочется, чтобы вы узнали, почему профориентацию можно использовать как реальный инструмент в своей работе и жизни, да, ну и сделали такую самодиагностику своей профессиональной позиции сегодня, выявили интерес к этой сфере и увидели для себя перспективы, да. О чем мы с вами сегодня еще поговорим? Мы поговорим о том, как профориентация помогает, вот на примере наших кейсов с Анной, помогает в развитии себя в рамках профессии, да, и в частности в профориентации. Мы с вами прикоснемся к одной из методик, которая, кстати, поможет не уйти в выгорание, да, а лучше узнать себя. Мы с вами увидим влияние ключевых трендов, и вы посмотрите, насколько вообще профориентация как профессиональное направление вам будет интересно для дальнейшего развития, для изучения. И, кстати, вот в нашей анкете есть перечень таких подробных тем, я их выявила благодаря длительному исследованию профориентологов, проводя интервью, опросы, и я увидела, что есть темы, которые действительно полезны для того, чтобы их понимать, знать, и это как база для развития в профориентации. Поэтому, отвечая, ставя галочки, вы тоже подтвердите те или иные мои гипотезы или дадите новые идеи, какие темы вам были бы интересны для глубинного изучения. Да, ну и, конечно, давайте на самом деле вспомним, когда мы вообще сталкивались с профориентацией, когда у нас был первый опыт. А по опыту у нас был когда? Вот вспомните, пожалуйста, когда вы выбирали вуз. Вот вы в свое время были тоже подростками, и вот тот сложный, а для кого-то не всегда сложный, да, у всех по-разному этот период проходит, но тот момент, когда вот вы находитесь в таком стрессе, нужно выбирать предметы, нужно подбирать вуз, да, а когда вы устраиваетесь на работу, вы иногда можете менять сферу деятельности, можете менять места работы, да, вам хочется какого-то нового функционала, вы задумываетесь о том, что вот сейчас меня уже что-то достало, я хочу чего-то нового, ну, то есть вот какие-то наши внутренние ощущения возникают, да, и, коллеги, это тоже профориентация, представляете? То есть мы с ней сталкиваемся практически на каждом этапе нашего профессионального роста. Более того, когда мы как педагоги, как специалисты помогаем нашим детям, детям наших друзей, знакомых определиться в профессии, это тоже профориентация. И когда педагоги работают в школе, взаимодействуют с родителями, они дают рекомендации, это тоже часть профориентации. Более того, даже в современных компаниях, корпорациях есть специалисты на стыке управления персоналом и корпоративного университета, да, может быть, кто-то знает таких, кто тоже соприкасается с темой профориентации, но только на корпоративном уровне. То есть все вот эти вопросы, как помочь человеку, как понять себя, как определиться с выбором, как найти свой потенциал. То есть очень много сейчас запросов есть на специалистов по профориентации, и это классно, потому что чем больше запросов, тем больше решений, и тем больше действительно профессионалов на рынке развивается. Какие еще могут быть запросы? Ну, например, у родителей с подростками, да, много запросов, как узнать свои сильные стороны, как ребенку лучше понять себя, да, стать более уверенным, отсоединиться, скажем так, от родительской позиции и самостоятельно научиться вот определяться в этом таком непростом мире.
У взрослых очень много запросов. Я думаю, что... Вот, кстати, поставьте, пожалуйста, огонечки, кто сталкивался у себя в жизни с ситуациями, когда вам нужно... ну, что-то поменять, что-то вас не устраивает в работе, да, вы чувствуете, что вроде вы что-то делаете, но чего-то не то, да, хочется как-то вот свежести в своей работе, хочется быть удовлетворенным результатами своего труда, хочется побольше признания результатов своего труда, то есть вот кто с этим сталкивался? А иногда, может быть, в вашей жизни были периоды там выгорания, да, какой-то неопределенности, когда вот нет силы развиваться дальше. И это тоже точка для профориентации. Это на самом деле уникально. Коллеги, вот кому это откликается, да, вот поставьте плюсики или огонечки, кто с этим стал. Может быть, кто-то сейчас находится в ситуации, когда вот, ну, вы не чувствуете, что вы на 100% удовлетворены. Расскажу вам тоже свой, ну, скажем так, кейс, да, потому что я рассматриваю профориентацию как рабочий инструмент и для своего развития, потому что мы тоже с вами находимся в какой-то позиции, в какой-то профессии, да, и нам с вами нужно понимать себя, чтобы выстраивать правильно стратегию жизненную и профессиональную на будущее. Спасибо, коллеги, рада, что да, вам тоже это откликается. А вторая призма, через которую я смотрю на, ну и мы с Анной смотрим на профориентацию, это что профориентация как рабочий инструмент для взаимодействия с вашей аудиторией. У кого-то это клиенты, кто там проводит частные консультации, у кого-то это просто аудитория, и под аудиторией я имею в виду там родителей, подростков, детей, да, ранние профориентации и так далее. Угу. Да, спасибо большое. Вот видите, у нас есть педагоги. Кстати, коллеги, кто... Дмитрий, спасибо, вижу, что педагог. Кто еще является педагогом, преподавателем? Поставьте тоже плюсики, напишите свою профессию или там свою должность. Давайте немножко тоже здесь познакомимся. Зато посмотрим, кто среди нас. Поделитесь, пожалуйста. Угу. Замечательно, спасибо. А пока я расскажу про то, что... У меня, как в моей рабочей практике, в моей жизни, да, помогла профориентация. Ну, первая такая часть моего кейса — это про то, что я многие годы, больше 10 лет работала в одной компании, компания менялась, я была в бизнесе, менялись начальники, руководство, менялась корпоративная культура даже, да. И вот представляете себе, вот после 10 лет... Ну, были определенные факторы, по которым я поняла, что, ну, компания уже не та, то есть мне уже в ней неинтересно, мне узко, и я как будто бы не подхожу этой компании, мне было очень грустно ее покидать, но вот точка увольнения, она возникала, наверное, в нашей жизни хотя бы раз. Вот, даже когда мы работаем долго, допустим, у меня мама педагог, она вообще почти там больше 35 лет в школе работает. И, да, я вот, видите, тоже долго работала, и я думаю, что тоже среди вас есть те, кто не каждый год меняет работу, вот, потому что сейчас как-то становится это трендом. Так вот, вернусь к своей ситуации, и вот в тот момент, в точке увольнения, я, спасибо, как говорится, судьбе, да, что в мою жизнь пришла профориентация, я прошла у одного из экспертов профориентационную методику, достаточно такую длительную, и раскрыла в себе две сильных зоны, то есть я увидела, что я, оказывается, методолог, то есть у меня методологическое мышление, и я могу развиваться и как профориентолог, мне это интересно. Более того, я пошла и учиться на профориентолога, то есть через методику я увидела конкретные свои четкие сильные зоны, потому что ранее я развивалась от бизнес-консультанта до руководителей, и у меня достаточно был широкий круг компетенций, а мне все-таки хотелось больше специализироваться. А потом, получив сертификат профориентолога, да, я столкнулась с другой трудностью, оказывается, нужно развиваться как специалист, у меня не всегда шла сарафанка, и я поняла, что тоже нужно что-то менять, и благодаря вот профориентационным подходам я нашла все-таки свою целевую аудиторию, это крайне важно. То есть если что-то у вас где-то не идет, нужно посмотреть не только на то, что вы делаете, а может быть, чуть-чуть сменить фокус, да, сменить фокус на другую целевую аудиторию. И мне это очень помогло, я нашла
свою экспертность в том, что я помогаю другим экспертам раскрывать себя, готовиться, как я уже сказала, к разработке своих продуктов, и для меня это было классно. То есть, какой здесь вывод я хочу сделать, что профориентация – это не только про выбор профессии, это гораздо шире, это гораздо интереснее. Это про сопровождение человека на протяжении всего его профессионального такого опыта, становления, да, и я нашла в этом нишу для себя. Вот такая вот у меня история. Далее Анна расскажет, как профориентация помогла ей в ее жизни и работе, да, как рабочий инструмент, и мы с вами чуть позже поговорим о конкретной методике. Анна вам подготовила тут упражнение, обязательно поучаствуйте в нем. Поговорим чуть позже о трендах и о перспективах. Анна, передаю тебе слово, поделись, пожалуйста, своей историей. Да, Варь, спасибо большое. Ну, история, наверное, не скажу, что совсем уникальна, но достаточно интересна. Почему? Потому что, во-первых, свое призвание, да, к педагогике выбрала я, скорее всего, по любви. А в том плане, то, что начиная с самого детства мечтала стать учителем, вот и, слава богу, реализовалась и реализовываюсь. Вот. На сегодняшний день работаю в школе уже на протяжении 12 лет. Опыт небольшой, но в любом случае это опыт. Педагог-технолог первой категории, профориентолог. А также имею большой опыт работы с заместителем директора по воспитательной работе и руководящей должности тоже занимала. И на момент, что меня привело в профориентацию, был интересный такой случай, когда дети на моих уроках всегда спрашивали, а как вы выбирали свою профессию, вообще почему вы стали учителем? И когда старалась для себя, да, отвечать на этот вопрос, во-первых, всегда детям говорила, что это выбор был, повторюсь, да, из любви вообще к профессии. Второй фактор это было, наверное, восприятие моих педагогов из моего, да, детства. И то впечатление, которое они заложили во мне, привело меня в эту среду. Вот. И третий момент, мне эти вопросы навели на такую мысль, а как же я могу вообще помочь детям, да, в своей работе выбрать их будущую профессию. То есть я как учитель, да, могу дать им какие-то минимальные, может быть, знания, может быть, и максимальные, чтобы они делали выбор, может быть, да, через свою призму, опять же, да, по любви, чтобы им было интересно работать, чтобы они относились к своей работе не как к работе, да, от слова раб, а как к работе, которая интересна и в которой хочется развиваться. И я заинтересовалась темой профориентации уже более 5 лет назад. Источником, опять же, да, стали дети. И скажу так, что из моего опыта, вот 5 лет назад, конечно, столько информации о профориентации не было. Да? То есть это были классические учебники, да, книги, из которых тоже брала различные методики. Но когда я начала это все внедрять потихоньку, я поняла, что у детей есть отклик. И мало того, что у детей есть отклик большой и у родителей. То есть родители-то тоже всегда встают, да, перед выбором вообще, назидать ли на ребенка и настаивать на том выборе, который сделал родитель, или же встать в позицию ребенка и разрешить ему, да, сделать выбор для себя. И меня заинтересовал тот момент, что профориентация в сухом виде, вот как в педагогической среде нам ее дают, она не совсем, наверное, правильная, что ли. Но это мое внутреннее было ощущение. Почему? Потому что тесты не всегда отвечают, да, на те запросы, которые есть, различные какие-то сухие методики, которые у нас в педагогике существуют, тоже, опять же, не раскрывают, да, весь потенциал. И я начала искать тот момент, что, а что же еще дает нам, да, свободу вот этого выбора. И в тот период времени, уже более 2 лет назад, нашла Академию по профориентации, которая как раз-таки, да, обучала на профориентолога. Я рискнула, я пошла осваивать новую профессию параллельно со своей, да, деятельностью. Ну, благо, на тот момент была в декрете. Декрет – уникальная возможность, оказывается, давать время не только своим детям, но и параллельно можно отлично обучаться и после декрета смело выходить уже с новым багажом знаний. Вот. И когда я уже освоила данную профессию, да, профориентолога,
Я для себя открыла вообще такой сундук с сокровищами. В том плане, то, что даже пересмотрела свой подход в своей педагогической деятельности. То есть подход даже на уроке, как я могу через свой урок развивать в детях не только интерес к моему предмету, а вообще давать почву на подумать им. А что же там еще интересного-то во мне, как в личности? То есть мой фокус внимания переключился не из момента, да, как бы наставничества, как учитель, то есть я даю сухие знания, а из момента фокуса на мотивации детей. И, знаете, очень интересный момент в том плане, то, что детям стало это откликаться. То есть они с интересом заходят, они учатся делать выводы даже по тем темам, которые мы с ними прошли. И они стали намного смелее. И с точки зрения, допустим, позиции родителей, я слышу тоже позитивные отголоски в том плане, то, что детям стало интересно учиться. Вот. И таким образом, на вопрос ответив, да, а что же дает современная профориентация с точки зрения педагогики, да, много теории. Но очень мало практических инструментов с точки зрения того, чтобы вот прийти, да, на урок, и у тебя был, ну, какой-то багаж такой знаний, да, который ты можешь прямо на уроке реализовывать. Вот для меня практический инструмент через профориентацию это как раз-таки стали сильные, да, либо простые вопросы, через которые дети начинают задумываться. Следующий момент очень важным стал то, что через вот эти вот знания я вышла сама для себя на новый уровень. То есть, опять же, да, так же, как и ты, Варь, я прошла эту глубинную методику по профориентации, то есть сама как клиент, и через нее открыла для себя, оказывается, еще и новые интересы, да, новые устремления, и через это все поставила уже там для себя, да, масштабные планы, которые я хочу реализовывать. А ведь в тот момент, когда я была в декрете, отработав, да, большой период жизни уже в педагогике, я действительно начала задумываться, а зачем мне школа, и вообще, кто я в роли там педагога, да, и как я могу там дальше развиваться, потому что у всех бывает эта точка Б, когда ты в своей профессии доходишь до максимума, как бы, да, видимого твоего, а дальше начинаешь задавать вопрос, а если я там останусь, да, куда я дальше, потому что вроде бы все регалии как бы собраны, да, опыт большой есть, и тот самый вот этот период, когда через профориентацию я для себя нашла новые смыслы и ответила, да, сама себе на вопрос, что я могу быть и педагогом, и профориентологом, и различные, да, направления, так как я технолог, то есть это преподаватель технологии, и различные направления в стилистике, да, и через стилистику обучать, допустим, да, прекрасную половину нашу женскую, да, даже девчонок на своих уроках, а что стиль и красота – это не только про внешний облик, это и про внутренний, меня, опять же, повело в психологию, да, то есть я стала изучать различные сопровождения, курсы по психологии. И это все, опять же, дает уверенность. Это дает уверенность того момента, когда я уже не боюсь потерять свою работу. То есть, во-первых, благодаря освоению, да, новой профессии, я четко знаю, что если вдруг школа все-таки, да, я скажу, что вот школа на сегодняшний момент – это уже пройденный этап, и я очень легко и просто переключусь на другую деятельность, да, стану, да, практикующим профориентологом, работающим в онлайн-формате, что сейчас благополучно совмещаю. Или же, может быть, и уйду в доп. Образование, да, опыт тоже есть, и там регалии есть, или, может быть, даже какой-нибудь бренд свой организую, и здесь тоже есть чему учиться. Как раз-таки профориентация открыла все то новое, о чем, может быть, внутренне чувствовалось, да, но как-то, может быть, из-за своих зашоренностей боялась себе признаться. Коллеги, можно здесь, вот, Анна, добавлю, а кто вот считал вот эту эмоцию, я тоже хочу быть уверенным в профессии, да, я тоже хочу вот в этой неопределенности быть определенным, да, или иметь какие-то устойчивые факторы для принятия решений. Вот, коллеги, кому это откликнулось, кто чувствует, что хочет, чтобы профессия для него была все-таки поддержкой, да, а не стрессом. Да, поставьте огонечки, плюсики.
Вот, Анна, спасибо большое за вот такой пример, потому что, смотрите, мы в этом кейсе что видим, да, вот назову это кейсом, потому что многим это знакомо, даже абстрагируясь от Анны как специалиста, многие приходят в профориентацию, потому что хочется что-то поменять, есть что-то, что не устраивает людей, да, и вот в этой связи, перед тем, как мы с вами подойдем к одному упражнению, к одной из методик, которую Анна подготовила, я хочу вас спросить, а как вы думаете, есть ли какой-то инструмент, который вы уже использовали в профориентации? Вот как вы думаете в жизни, какой такой инструмент, ну в кавычках мы его сейчас назовем, который вы уже использовали? Вот есть какие-то идеи? Коллеги, включайтесь в работу, пишите сообщения. Как вы думаете, где вы профориентацию уже использовали? Именно не в смысле где мы обсудили, а какой инструмент? Вот пока такая интрига тоже. Может быть, есть какие-то идеи. Вы его использовали в жизни, может быть, не на работе. Так, тесты хорошие, но это такой прям профориентационный, профессиональный, скорее, может быть, инструмент. Хотя часто мы и сами проходим какие-то тесты, да, нам что-то про себя интересно, там, детям даем. Так, кроме тестов, еще есть какие-то идеи, что это могут быть за инструменты? Вам, кстати, картинка в помощь. Так, вот, здорово. На кухне, пробуй себя в качестве повара, да, ну это прям практика получается, проективные методики. Угу. А я вам раскрою еще один маленький секрет, что вы уже давным-давно пользовались таким инструментом, как совет. Коллеги, мы так часто даем советы, да, простой житейский мудрый совет, который мы как друзья даем друг другу, потому что наша, например, подруга беспокоится за сына, которому поступает куда-то, да, и он выбирает вуз. Совет, который мы даем как педагоги родителю, чтобы справиться со своим ребенком, чтобы лучше узнать его потенциал. Обычный совет, который мы даем друзьям, которые порой жалуются на работу, что им так трудно, что вот там на начальника. Вот встречали ведь такое, да, что мы даем простые советы. Вот, и совет – это как такой первый этап, маленькая первая ступенька к тому, чтобы развиваться в профориентации, не просто развиваться в профориентации именно как специалист, да, ведь даже мы встречали людей, и мы, наверное, сами были в такой ситуации, когда мы недовольны своей профессиональной позицией, хочется что-то поменять, и вот наша следующая как раз методика, которую Анна раскроет, да, она будет касаться как раз оценки своего такого профессионального состояния. Вот, Анна, передаю тебе слово. Да, спасибо, есть. Варь. Да, вот это как раз-таки мини-диагностика, да, методика, которую вы сейчас на себе опробуете, была такой небольшой отправной моей точкой в моменте, когда я задавала себе много вопросов, они были разные. Но когда они сформулированы четко, и ты можешь своими глазами, да, через призму, наверное, честности к себе ответить на те вопросы, которые я вам сейчас ниже задам, они позволяют открыть для себя новые грани. Итак, я сейчас предлагаю вам пройти небольшой опрос, да, где у вас будет шкала от 1 до 10, где цифра 10 показывает, да, максимум своей удовлетворенности, и единичка, естественно, как бы момент того, что есть о чем задуматься и почему именно я такую цифру здесь поставила. Так вот, первый вопрос, на который предлагаю вам ответить, насколько вы удовлетворены текущей профессиональной сферой? И по шкале поставьте ту циферку, действительно, только честно, да, насколько действительно удовлетворение есть в вашей профессиональной сфере. Да, мы запустили опрос, коллеги, поэтому вы можете не только на слайде видеть, но и прямо отвечать в режиме реального времени, где единичка – это минимум, а 10 – это ваша максимальная удовлетворенность по конкретной шкале. Второй вопрос. Насколько нравится сама деятельность, которой вы занимаетесь?
Ведь зачастую, да, у нас иногда бывает на автомате делаем, 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 а не задумываемся, а нравится ли мне вообще эта деятельность. Вот тут как раз-таки ключевое, да, слово будет, насколько оно вам нравится. Насколько... Далее, А на да. третье, насколько у вас устраивает результат вашего труда? Даже из момента того, что я знаю, что да, педагоги откликнулись, в моменте вашего да, самоанализа урока можно спросить, да, насколько я устроил результат сегодняшнего моего урока, но это привязывать, а если вообще к любой сфере, да, то насколько вас устраивают результаты вашего труда? Четвертый. Насколько другие признают ваши результаты? Тоже крайне важный показатель, потому что когда вы берете какую-то методику профориентационно, обращайте внимание, на какой объект, скажем так, исследования она ориентирована. То есть в данной ситуации вот 6 вопросов, они охватывают достаточно серьезные аспекты работы, да, нашей профессиональной позиции, это и результаты, и достижения, и восприятие нас другими людьми, да, наши достижения, насколько вот признаны, насколько вы удовлетворены внутри, то есть ваше внутреннее состояние. Ну и последний вопрос про то, вот как раз насколько вы удовлетворены, что ваши, что вы работаете по сильным сторонам, да, что ваш потенциал раскрыт, что вы видите перспективу в своей работе. Это вот этот 6-й вопрос. Угу. Давайте еще буквально 10 секунд и завершаем голосование. То есть, если посмотреть на даже список этих вопросов, они охватывают комплексно, да, восприятие человеком своей профессиональной позиции. И из каждого вопроса, как ниточку, вы можете простроить дальше диалог с человеком, глубже изучая его удовлетворенность и его потребности. Давайте еще буквально 5 секунд, и мы с вами завершаем голосование. Кто хочет, может, кстати, и в чат отвечать, да, кому, например, там, некомфортно, неудобно голосовать. Так, ну что, я тогда завершаю. Так, Анна, поделись, пожалуйста, как можно анализировать, как можно эту методику еще использовать в своей работе, а я пока... Да, хорошо. И опять же, да, смотрите, отвечая на эти все вопросы через призму честности с самим собой, а честность с самим собой не всегда бывает такой простой, мы можем с вами сделать вывод, что, отстранившись, да, от повседневной рутины, посмотреть как бы со стороны птичьего полета, а действительно ли все меня устраивает, а стоит ли мне задуматься, допустим, о моменте, а не устала ли я или не устал ли я, да, в своей работе, и почему у меня там, допустим, недостаточно высокие показатели. И это же все может привести к моменту ответа, да, а насколько у меня момент выгорания, да, а ведь выгорание, допустим, в любой сфере деятельности, это же не только про внешний фактор, это же и про внутренний фактор. Если человек находится в выгоревшем состоянии, у него же начинают многие сферы как по цепочке, да, рушиться. То есть и, может быть, да, в семье вот эта вот излишняя усталость тоже отражается на наших близких, да, в окружении, да, появляется какая-то лень, нежелание там что-то дальше идти. И вот, вот этой вот простой методикой мы с вами можем как раз-таки пользоваться для такой самодиагностики. А на что я сейчас должна обратить внимание, и какая сфера, допустим, мне сейчас западает, а я могу что-то внимание ей уделить и подтянуть, да, эти баллы на более высокие. А, допустим, с позиции педагога, опять же, да, ну, не будем лукавить, многие педагоги ведь на сегодняшний день находятся в моменте выгорания, и мы же иногда не задумываемся, да, а почему вообще так происходит, да, и больше ссылаемся на какие-то внешние факторы, там, администрация не та, работы много, бумажные волокиты много, а иногда может быть просто момент погружения, да, в саму в себя, или даже просто сходить, ну, нам, девочкам, да, к косметологу и побыть самой собой дает определенный ресурс. А ведь это тоже очень легко считывается детьми. Ни для кого не
говорят, что дети как лакмусовая бумажка. И если педагог приходит вдохновленный, неважно даже, как он провел урок и какие знания, может быть, он дал, ну, сейчас немножко слукавлю, но если от педагога исходит энергетика, то дети это считывают. А любая энергия, да, это про момент такие ресурсности. То есть если педагог всегда с улыбкой, опрятен, как красиво там выглядит, и находится, да, в состоянии того, что «а я рад с вами делиться своими знаниями, и это интересно получать знаниями», то тогда... То есть вот этот индикатор, коллеги, вот обратите внимание на шикарный индикатор, который Анна сейчас говорит, это внутренний такой свет и энергия, которую вы несете своим, да, своим ученикам, родителям, клиентам, аудитории в целом, да, Анна? Вот, мне кажется, это крайне важно. Я сейчас хотела еще обратить внимание на комментарии. Вот, и мне кажется, Ирина Ящук, заметив, что все начали вначале отмечать на восьмерке, девятке, десятке, да, задала вопрос, а точно ли все честно отвечают? Но действительно, иногда мы вроде отвечаем, когда все нравится, все нормально, а потом начинаем глубже смотреть внутрь себя, да, и понимаем, что нет, все-таки вот есть какие-то потребности, которые мы хотим, чтобы были дополнительно удовлетворены, да, и я вижу в ответах, что у нас с вами так вот разделилось, кто-то какие-то показатели высокие ставит, да, у кого-то прям вот есть пятерки, там, да, шестерки, ну, то есть... Есть что улучшать, то есть это как раз те области, в которых вам нужно задуматься, и это как раз точка профориентационная. Возьмите именно те показатели сейчас, да, в которых вот наименьшая удовлетворенность, а что мы с этим дальше делать, будем, Анна как раз расскажет про потребности. Спасибо, Варь. И да, самое базовое, наверное, что... у нас вообще существует, да, и, наверное, с этими моментами мы со средней школы точно начинаем детей знакомить, это как раз-таки, да, с потребностей. И это еще один из инструментов, да, который мы взяли из профориентации, а какие же потребности действительно у меня на сегодняшний период жизни существуют. Ведь мы зачастую не задумываемся, не проводим эту диагностику, то, а что же мне сейчас интересно? Интересно ли мне сейчас развитие, допустим, в своей образовательной среде, а может быть, мне интереснее сейчас погрузиться, да, в момент взаимоотношений там, семьи со своими детьми и уйти в эту сторону, и образовательная среда там подтянется, да? И мы вам предлагаем как раз-таки посмотреть, да, какие же потребности базовые у вас сегодня устраивают, да, то есть, или, может быть, на что стоит обратить внимание, ну, наверное, больше педагогов там обратят внимание. Что хотелось, да, что хотелось бы еще, побольше. Да, и поэтому, коллеги, вот попробуйте сейчас совместить первую вот эту методику, да, посмотреть, в каких вопросах у вас как бы проседали баллы, что хотелось бы улучшить, и теперь добавить как раз те потребности, которые у вас сейчас реально стоят, вам актуальны они, вот попробуйте, ответьте, пожалуйста, также в чат, что из этого списка вам откликается, может быть, еще есть какие-то потребности, понятно, что это не полный список, да, мы вам просто предложили как варианты на подумать. Вот, но это именно то внутреннее ваше ощущение, что в чем ваша профессиональная позиция как бы, ну, пока не на 100%. То есть, когда не хватает и не закрыты какие-то потребности, есть ощущение не 100% профессиональной самореализации, да, поэтому вот поделитесь, пожалуйста, тоже в чате, у кого какие потребности, хочется больше результата, так, ориентированный результат, или, может быть, другого результата, да, потому что вот одна из трудностей работы, например, педагога в школе, педагога-профориентолога, что за очень короткий урок нужно успеть дать суть, и вот за определенный период времени не всегда получается как бы ребенка комплексно раскрыть, и получается не всегда вот эта удовлетворенность результатом, поэтому часто сейчас педагоги, да, профориентологи выходят в частную практику, потому что не хватает и дохода, и не хватает удовлетворенности своим результатом. Вот, полезности, вдохновения, отлично. Желание делиться своим опытом. Вот, кстати, у меня, например, много таких клиентов, кто приходит и говорит, упакуйте мой опыт в онлайн-курс, в продукт, в консультацию, я хочу его передавать, я хочу быть полезным. Ага, свой вклад, отлично.
Не хватает стабильности, Вера, согласна с вами, сейчас непростое время, мне кажется, это прям потребность у всех базовая. Стала стабильная, да, и к этому тоже нужно адаптироваться. Да, вот карьера тоже важный такой показатель для анализа, потому что особенно этот показатель, понятно, что мы не совсем с этим показателем работаем, например, с детьми, но в большей степени со взрослыми, потому что взрослые уже понимают, что такое карьера, и в какой-то момент, вот даже в моем опыте был момент, когда я не хотела развиваться как руководитель дальше, то есть у меня было все, у меня была своя команда, свой кабинет, хорошая зарплата. И вдруг в какой-то момент я поняла, что я не хочу, то есть это не то, куда бы я хотела дальше двигаться, потому что это не соответствует, вот эта среда, там, бизнес корпоративный, она не совсем соответствует моим ценностям. И это важно, что когда мы смотрим на свои потребности, соотносить еще и с ценностями. Вот вам еще один инструмент для реальной работы, возьмите его себе в работу, потому что кроме того, что вы сегодня научились, да, смотреть и делать такую диагностику своей точки А, в которой вы находитесь как профессионал, вы сейчас смотрите на свои потребности, их шкалируете, и то же самое вы можете делать с детьми, вы даже можете с родителями это делать на самом деле, что когда мы взаимодействуем там с теми же подростками, с старшеклассниками, да, крайне важно посмотреть, а какие у родителя потребности, а то там родитель в одну сторону думает, а его подросток совершенно в другую, это тоже важно. Вот, нет ощущения нужности, полезности своей работы, библиотекаря. Вот, Ирина, вот в этой связи вспомните мой кейс, когда я говорила, что я, например, себя нашла на стыке двух направлений. То есть я и не чистый методолог и методист, и я не чистый профориентолог, потому что мне интересно работать на стыке, через методики, простраивая методики, помогать экспертам и специалистам и профессионалам, вот под экспертами я как бы сейчас широкое такое понятие имею, говорю, да, я помогаю специалистам как раз в раскрытии своего потенциала, в поиске своих новых профессиональных граней, своих новых ролей, и потом как этот свой опыт, знания и знания себя упаковать в конкретный продукт. То есть вот я, например, вот на таком стыке себя нашла. Анна, поделись, вот у тебя как реализовалось, да, это с точки зрения профориентации и твоих профессиональных ролей? Можешь кратенько? Могу, да, Валя. Ну, опять же, да, предыдущие много уже рассказывала. Но на сегодняшний день, опять же, да, моя профориентация как бонус. Ну, помимо того, что вышло, да, в частное консультирование, без момента какого-то, знаешь, перегруза, то есть я для себя уже поняла, сколько клиентов онлайн я могу совмещать, да, со своей основной работой, и это один из источников дохода, да. Второй момент, я когда уже освоила, да, методики по профориентации и начала об этом, естественно, всем рассказывать, просто я такой человек, если я что-то изучила, мне хочется делиться с этим, и это на сегодняшний момент, я считаю, наверное, один из, да, инструментов ответа на вопрос, а где же там, вот как Ирина, да, моя нужность. А мы же иногда смотрим с другой стороны, профориентация помогает как раз-таки разносторонне посмотреть, и я свою вот эту нужность стала транслировать всем. И первый источник, естественно, стала там администрация в школе, что я могу, я хочу. У меня есть опыт, и на сегодняшний день уже более 2 лет веду внеурочную деятельность у себя в школе по профориентации, что тоже как бы является большим бонусом и для меня лично, потому что я дальше развиваюсь, да, и для школы тоже, потому что дети, допустим, проходя вот этот курс по внеурочной деятельности, вот в этом году у меня 5-й класс, то есть это совсем только-только, да, зарождающиеся такие семена, которые я сею, но они уже задумываются, а кем я хочу быть. То есть вот эта ранняя профориентация, она у них уже, да, они уже задают вопросы, а что это такое, и где, и мне, и как. И в прошлом году, допустим, это были ученики там 10-11 класса, и многие-то, пройдя как раз этот курс, они стали честно отвечать себе на вопросы.
а хочу ли я туда? И многие делятся таким мнением, что, а мне родители навязывают, да, что нужно идти в ту или иную среду, а я вообще не про это, а я вообще не хочу этим заниматься. И вот мы, когда с классными руководителями, да, выносим уже вот эти вот вопросы на родительских собраниях, и иногда я применяю, да, вот подобного даже роли методики, которые мы сегодня с вами дали с Варварой вам, родители тоже начинают задумываться, а как же я в свое время, да, делал выбор, а хочу ли я совершить такую же ошибку? И действительно, из личного опыта многие меняют свое решение, многие родители становятся в позицию, да, партнера, то есть поддерживающую позицию. Для меня это важно, пусть это единица, но я уже для себя понимаю, что значит, вот у кого-то что-то сложится таким образом, что через года он скажет, да я классно выбрал себе эту деятельность, в которой хочу жить. Вот. А если, допустим, дальше расширять, то это же еще один из моментов уйти в доп. Образование, потому что на сегодняшний день открывается достаточно много, да, дополнительного образования, да, связанных с профориентацией. Это и различные кружки в разных, да, направлениях, это различные проводят там тренинги, приходят даже в школу. И мы, как педагоги, мы можем также, да, предлагать себя уже не только у себя, да, в школе, а может быть, да, про проведение различных тренингов. И это, опять же, раскрывает нас немножко с другой стороны. Вот, так что вот пока так. Анна, спасибо. Я здесь подведу итог. Прошу сейчас звук отключить, а то коллеги да, чувствуют какие-то шумы. Смотрите, да, подведу здесь итог. Во-первых, по тому, что Анна сказала, если вы хотите, если вы работаете тоже в образовательной сфере, в обучающей сфере или даже в онлайн-образовании, у Анны есть сообщество, она может вас подключить к сообществу педагогов-профориентологов. Кстати, в нашей анкете есть отдельный вопрос на эту тему, поэтому заполняйте, и мы вас обязательно подключим. А что касается вот методики, да, мы с вами увидели, что... Как это можно как методику взять? Прежде всего это анализ точки А, то есть анализ удовлетворенности. Если это ребенок, тоже можно проанализировать удовлетворенность его школой, там, друзьями, кружками, семьей и так далее. То есть можно аккуратно здесь простроить так вопросы, да, чтобы посмотреть, а ребенок сейчас в каком состоянии находится. Если вы эту методику анализа точки А реализуете для подростков, то же самое. Если вы для взрослых или даже для себя, ну, и для взрослых в частности, да, если взрослые являются вашими клиентами, например, или вы хотите работать со взрослыми и зарабатывать на консультациях профориентационных, также можно очень хорошо, то есть всегда начинайте с диагностики, потому что без диагностики удовлетворенности и понимания того, в какой среде находится человек, насколько его это устраивает, дальше двигаться очень, ну, даже иногда опасно, да, потому что мы не все подводные камни выявим. Вторая часть методики – это анализ потребностей, да, то есть вообще вы можете взять полный список потребностей, в интернете он есть, или дополнить к нашему списку свои потребности. Кто-то спрашивает вот про материалы, мы обязательно список вам приложим в материалах после вебинара. Для тех, кто заполнит анкету, мы обязательно пришлем материалы, да, как я уже сказала, и как раз материалы по методике. Третье – это как раз обязательно наличие глубинных вопросов, которые помогают человеку лучше познать себя, не только удовлетворенность, а именно себя, насколько он, какие у него сильные стороны. Да? Вы можете дать конкретные тесты на интеллект, потому что интеллект и тесты на темперамент помогают нам, как специалистам-профориентологам, лучше увидеть ситуацию клиента, увидеть, через какую призму, как он воспринимает себя в профессии и, как, конечно же, какие виды деятельности ему подходят. Поэтому, если хотите, поставьте огонечки, да, если хотите, чтобы мы вам приложили, какие тесты, допустим, мы используем для анализа. А я, например, еще в работе с экспертами использую
интервьюирование по психотипу. То есть мы выявляем психотип личности для того, чтобы понимать, а как он работает с информацией, как он воспринимает информацию, да, вообще, насколько у него прокачаны, скажем так, способности передавать ту или иную информацию, и это крайне важно. И, кстати, вам для понимания того, как себя позиционировать, вот, допустим, бывает проблема, вот я специалист, а как мне как бы продвигаться, вот, нужно вести соцсети, а кому-то это тяжело, кому-то сложно выйти в эфир. И вот зная особенности психотипа, вы тоже можете здесь как бы лучше узнать себя и лучше сориентироваться даже в моменте, как подавать материал на уроки. Даже это может помочь. Вот. Единственное, что, допустим, в анализе психотипа есть методики там, тестовые бесплатные, но я не очень их люблю, я стараюсь как бы рекомендовать пройти действительно вот такую диагностику качественно, выявление психотипа. Но мы вам дадим варианты, вы как бы сами выбираете по своим возможностям. Вот, хорошо, спасибо. Ну вот и третий момент, да, Анна говорила про родителей. Вот действительно, когда приходит родитель с ребенком, ему нужно, например, он там из 9 класса, ему нужно выбрать профильные предметы, да, в дальнейшем подготовиться к ЕГЭ, к поступлению в ВУЗ. Конечно же, с чего здесь начинается профориентация? Мы первое выявляем потребности. Да, например, ребенок скажет, ой, я хочу, чтобы мне было интересно, вот чтобы там удаленная работа, да, как говорят современные подростки сейчас, и высокий доход обязательно. Вот, потом мы формулируем вопросы, активизирующие узнавание подросткам самого себя, и плюс даем дополнительные тесты. Да, здесь мы исследуем там, его увлечения, сфера интересов, задаем вопросы, на какие секции он входит. Вот вы можете прямо сейчас брать и фиксировать это, потому что это реально конкретные инструменты в профориентации. И третье, мы задаем вопросы, которые направляют человека искать решение ситуации. Здесь можно еще и родителя подключить, спросить, а есть ли возможность на какие-то профориентационные мероприятия сходить. Вы как специалист можете порекомендовать те или иные мероприятия, потому что их сейчас много проходит там, в вашем регионе, и онлайн проходят даже выездные тренинги, и, как это называется, типа лагерей есть профориентационных для детей, то есть очень много всего, вы можете себе прям составить список, найти в интернете, составить список, вот, и предложить родителю тоже с ним ознакомиться. Вот вам готовый алгоритм. И даже выявляя, работая с родителем, вы можете, например, выявить его готовность, насколько он готов принять выбор ребенка, да, и даже выявить его потребности, потому что он совершенно по-другому будет говорить, он скажет вам, я хочу быть спокойным за будущее там своего ребенка, да, чтобы он был успешным, вы это все фиксируете, и потом каждое слово вот так вот раскрываете, так же, как мы с вами тесты с 6 вопросов обсудили, да, что там результаты, достижения, это один из комплекса элементов, которые мы анализируем про текущую позицию. Также и раскрывая потребности, глубже их изучая у человека, вы очень много узнаете. Вот. А мы с вами двигаемся дальше. И я хочу кратко рассказать о том, вот Анна уже начала говорить о том, что сейчас на самом деле достаточно большая государственная поддержка в плане развития профориентации, вот когда мы готовили уроки профориентационные, да, у меня вот курс есть на эту тему, и мы с вами можем даже поизучать глубже, да, встретиться с вами на курсе для того, чтобы изучить профориентацию глубже, то вы увидите, что на самом деле достаточно много есть региональных концепций, программ в школах по профориентации, и о чем это все говорит? О том, что на самом деле специалисты достаточно востребованы. То есть вы сейчас можете дополнить свою профессию вот этой вот гранью профориентационной и увидеть, какие у вас огромные перспективы здесь открываются. Ну и кроме того, да, профориентация – это дополнительный заработок. Вот мы на примере Анны видим, и на моем примере, да, мы видим, что профориентация является возможностью для раскрытия своих новых профессиональных ролей, а, соответственно, дополнительного заработка. Ну, а как без этого, да? И третий момент, который я тоже хочу озвучить, что очень сейчас хорошая есть методологическая база с наработками.
То есть вы не с нуля приходите. Вот, например, я, когда готовила уроки профориентационные, да, обязательно включаю аналитику и законодательную, правовую базу, научную базу, рекомендации по тем или иным интернет-площадкам. Вот, в частности, некоторые мы тоже с Анной подготовили и в материалах после вебинара обязательно вам отправят. Вот, поэтому сейчас очень много всего есть для того, чтобы на самом деле развиваться как специалист. Вот, ну, о перспективах развития Анна сейчас подытожит. Анна, включи, пожалуйста, микрофон. Да. Да, и опять же, да, делая выводы, Варис, из всего того, что ты сказала, и о перспективах развития, хочу сказать, что профориентация в целом, да, это один из новых, да, трендов, который в себя закладывает как психологию, так и личностный рост, да, через призму своего личностного роста, так и моменты применения, да, в любой сфере деятельности, особенно в педагогической, особенно в доп. Образовании, да, моментов, что детям становится интересно, что нам самим, взрослым, да, погружаясь в это направление, тоже становится интересно. И опять же, да, повторюсь, развитие, допустим, в педагогической среде, это и изучение через призму своего предмета профессий на сегодняшний день, ведь ни для кого не секрет, что в мире, да, каждый год зарождаются новые профессии, и мы зачастую, как педагоги, не интересуемся, да, какие же профессии связаны с моим предметом, а ведь через призму как раз-таки, да, различных профессий мы детям можем дать эту информацию и заинтересовать их, а тем самым смотивировать чуть глубже изучать свой предмет и развить интерес, опять же, да. Опять же, через диагностику различную, да, это и онлайн-тестирование, и офлайн-тестирование, которое мы как педагоги можем проводить, да, я сейчас через свою призму говорю, и организация профпроб, это через момент даже классного руководства мы вполне себе можем, да, договариваться с различными представителями профессий, да, приглашать их там, может быть, в школу, рассказывать о том, как они выстраивали свой карьерный путь, потому что вопросов у детей действительно очень много, и мы можем стать таким, как бы, мостиком, да, который будет отвечать, помогать детям задавать вопросы и отвечать при всем при этом при помощи нашей поддержки. А это также может быть, да, направление профадаптации учащихся через игровые методики. Ведь сегодня в профориентации также большой пласт уже игровых методик, которые позволяют детям через любимое, да, их направление, через игру раскрывать себе те или иные, да, потребности и интересы. И таким образом, допустим, мы как педагоги, ну, по крайней мере, я, для меня это вообще еще целое огромное, да, поле, которое просто вот можно идти, и все цветы, которые на нем растут, благоухают, собирать в свою копилку, и получится очень большой букет, а этот букет будет, опять-таки, про экспертность, да. И хочется сказать, что все вышесказанное в любом случае это про интерес. Про интерес меня лично, да, вас может зародиться интерес, да, определенного характера, и про интерес, который мы взращиваем в детях, а как известно, что через интерес это такой двигатель, который двигает людей дальше расти, развиваться, неважно в каком возрасте, да, мы это захотим осваивать. Вот, также, Варь, а скажи, пожалуйста, а как ты смогла использовать, да, профориентацию, вот ты уже много, да, говорила о своей деятельности, но в моменте реализации тебя вот как эксперта. Ну вот здесь я как раз совмещу ответ на этот вопрос и про перспективы развития вас, коллеги, в этом направлении, потому что кроме того, что вы можете работать, вот дополню, кроме того, что вы можете работать, допустим, в образовательном учреждении, да, через призму профориентации, вы можете работать как частный специалист. И более того, вы можете быть автором своих продуктов. Вот я сейчас говорю как методолог в профориентации, потому что
вы можете сами разрабатывать свои мастер-классы, свои тренинги, свои консультации, они же тоже разрабатываются, да, вы можете, это такое творчество, такое интересное творчество, и вот я как раз, отвечая, Анна, на твой вопрос, нашла себя в этой грани, да, потому что одно дело, мы просто профориентационные методики используем для того, чтобы выбрать профессию, да, это как бы для меня это на самом деле узкое направление, а если мы смотрим на себя шире, да, смотрим на себя, на свое развитие во времени, то мы видим, что мы как эксперты можем развиваться не просто конкретно вот делая конкретную работу, а мы можем, как вот коллеги сегодня отвечали, делиться своим опытом, а мы можем упаковывать этот опыт в продукты, а продукты совершенно разные, там от онлайн-курсов до программ профориентационных, и до мастер-классов, которые вы можете родителям вести, это очень интересно, знаю, что Анна это тоже такие разрабатывала, да, форматы, это разнообразие форматов. Вот это очень здорово, что развитие в профориентации, оно многогранно. И вот мы с вами сегодня посмотрели на это развитие с нескольких позиций. С одной стороны, как профориентация, как инструмент помогает нам в раскрытии самого себя, в понимании своих ролей, в понимании, на каком этапе профессионального развития мы состоим, в понимании своих сильных сторон, в оценке удовлетворенности своей профессиональной текущей позиции. Также мы смотрим на профориентацию как инструмент для того, чтобы взять ее и работать с конкретной аудиторией. И здесь мы, профориентация нам помогает выбрать эту целевую аудиторию, с кем мне комфортнее и интереснее работать, кому я какой результат могу дать как специалист. Да? Так. И поэтому, да, вот здесь вот современная профориентация, с одной стороны, это и понимание себя, как Анна сказала, да, вот продолжи, пожалуйста, здесь. Да, это, во-первых, и понимание себя, а любое понимание себя – это понимание вообще, что вокруг тебя происходит. А также это момент, когда мы можем глубже изучать свою личность. Вот, допустим, с позиции родителей не зря же нам говорят, да, начни с себя, и мир начнет вокруг меняться. Вот то же самое, что и здесь, да, то есть профориентация помогает развернуть тебя к самому себе, увидеть вот это истинное зеркало, а когда ты видишь себя истинного, тебе проще отвечать на многие вопросы, и ты проще формируешь вокруг себя то сообщество, которое ты хочешь. Ты проще формируешь деятельность, да, которой ты хочешь заниматься, и, соответственно, ты находишься в ресурсе. У тебя другая энергетика, и люди к этой энергии тянутся, как к солнышку. Поэтому профориентация – это многогранность для педагога. Вот тут я в течение, да, вот скольки лет уже изучаю, я понимаю, что масштабов еще много-много впереди, и граней тоже очень много. Ну и опять же, да, это дополнительный доход не только для педагога, это дополнительный доход вообще, да, из момента, а чем я могу быть полезен в этом мире? Как один из вариантов развития. Коллеги, у нас остается немного времени, давайте вот пока это так актуально, пока у нас есть возможность пообщаться и с Анной, как человеком вот, действительно из образовательной сферы, и тем, кто смог настолько расширить свою деятельность, получить дополнительное удовольствие от работы и финансовую даже выгоду, да, через профориентацию. Давайте зададим вопросы, вы можете по моей специализации задавать и по специализации Анны. Поэтому вопросы в студию, да, пишите в чат свои вопросы. А я пока еще раз скажу, да, для всех тех, кто заполнит анкету, и, в принципе, коллеги, для вас, конечно, кто был на вебинаре, и для слушателей, кто будет смотреть вебинар в записи, мы обязательно вам вышлем материалы, которые будут включать наши рекомендации по литературе, по ссылке на некоторые полезные интернет-площадки, где вы можете познакомиться, да, с профориентацией или там с методиками. Также, как я вам обещала, сегодня вышлю ссылки на тест по интеллекту, тест на темперамент и пару методик, которые вы можете пройти бесплатно, если захотите платно, на анализ психотипа. Ну и также
описание такое методическое, краткое, через вопросы, через понимание, да, методику, которую мы сегодня с вами проходили, это анализ точки А, потребностей, да, и, кстати, анализ точки Б тоже мы включим, потому что вам же нужно привести человека к пониманию его образа в профессии. Угу. Да, Анна, наверное, это к тебе вопрос. Работаешь ли ты с дошкольниками? Да, какая самая простая игровая технология для дошкольников? Ну, на сегодняшний день, ну вот я где использую дома даже у себя с детьми, мы играем в настольную игру про профессии. И я у своих детей всегда спрашиваю, а в кого тебе, кем тебе хочется сегодня быть, и как ты себя вообще в этом чувствуешь? Тут опять же, да, вопросы из профориентации. А что тебе нравится в этой игре? Что тебя заинтересовывает? Поэтому, ну, технология вообще для меня самая простая технология, с одной стороны сложная, с другой простая, это умение задать вопрос в нужный момент. И ребенок, когда отвечает на этот вопрос, он начинает задумываться. А если он задумывается уже через момент, о, точно, мне это интересно, и у него это отклик, он будет дальше играть. Любая игра — это в любом случае тоже про профессию, про профориентацию, если подать это с правильной стороны. Да, а я поделюсь тоже с методологической точки зрения. Вот можно или купить, бывают такие игры, или распечатать даже визуально, чтобы ребенок раскрашивал там повара, не знаю, да, там пожарника, это интересно им. И потом вы простраиваете игру с ним через призму того, а как действует этот специалист, а что он хочет, а как он чувствует, а как он людям помогает. Раз-раз, и вы направляете ребенка, и вы его учите. Вот я буквально недавно с маленьким 3,5 года ребенку у моей подруги вот играла в такую игру, вот, поэтому мы там тушили пожар и немножко изучали профессию. Понятно, что это совсем еще даже дошкольник, но такие ориентиры по чуть-чуть, по капельке вы его и к школе готовите, и даже в школе можно, ну, более серьезно, да, простраивать сценарий. Спасибо. Так, и, наверное, второй вопрос тоже мне, да? Часто ли вы получаете негативные эмоции от родителей, несогласных с результатами? Ну, наверное, Варя, тебе тоже, да, если ты в моменте как профориентолог работаешь. Ну, если... Да, я сейчас кратко отвечу. Но из своего опыта, честно скажу, когда ты преподносишь любую информацию мягко, с позиции позитивного, да, мышления, то, ну, у родителей редко возникает негатив. То есть ты им даешь же этими вопросами момент на подумать. А когда человек уходит с таким пониманием, о, да, мне нужно подумать, и я отвечу себе на эти вопросы, то меняется, конечно, его отношение. Ну, в моей практике таких вообще моментов не было, если честно. То есть какого-то такого глобального негатива не было. Да, я со своей стороны про родителей не скажу, потому что я с родителями не работаю, я работаю только со взрослыми людьми, поэтому здесь больше Анне вопрос. А я, наверное, расскажу, вот Егор задал вопрос, чем занимаются члены профессионального сообщества профориентологов. Не то, что они занимаются, да, они развиваются в этом сообществе, потому что сейчас мы наблюдаем следующее. Вот я, допустим, когда анализировала, какие есть курсы для обучения профориентологов, какие вообще есть обучающие программы на рынке, увидела, что и проведя различные интервью, я увидела, что очень много мы ходим на разные обучения, вебинары, усваиваем как-то узко, то есть вот берем какую-то конкретную методику и начинаем ее внедрять в работы. Но для того, чтобы стать профессионалом, этого недостаточно. Поэтому сообщества, любые даже, они создаются после каких-то обучений или при какой-то организации, или при какой-то авторской методике конкретного эксперта, чтобы поддержать этих специалистов и дать им дополнительную полезность и регулярную поддержку. То есть вот, допустим, как Анна сказала сегодня про Академию профориентации, где я, например, являюсь не профориентологом, а именно методологом, который помогает разрабатывать методики, улучшать систему обучения. Вот. И
я вижу, что это сообщество профориентологов, оно как раз объединяет специалистов и тех, кто раньше учился и изучал профориентацию, тех, кто конкретную методику прошел, так что если вдруг вам, ну, интересно будет, да, мы тоже можем поделиться ссылкой, там, небольшое участие за месяц, но мы лично с этим не связаны, то есть не мы являемся авторами сообщества, мы просто там тоже состоим, нам нравится, поэтому если будет интересно, можем тоже в материалах прикрепить ссылочку, если как бы это нужно, поставьте плюсики, да, будем рады вас тоже там видеть и общаться. А у Анны, я сказала, сегодня озвучила именно сообщество педагогов-профориентологов, то есть здесь именно специализация, поэтому те из вас, кто педагог, можете совершенно бесплатно подписываться на телеграм-канал у Анны, ссылку мы тоже дадим и в анкете. Тоже, если вы укажете, мы вам пришлем индивидуально ее, поэтому здесь такое у нас открытое сообщество для того, чтобы обмениваться мнениями. Я надеюсь, что вы с Анной здесь подружитесь. Вот, коллеги, ну что, какие еще есть вопросы? У нас с вами время подходит к завершению. Как вам в целом сегодняшняя наша встреча? Поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями, может быть, инсайтами какими-то, что сегодня для себя забираете, что было интересно. Пожалуйста, мы будем очень рады, если вы откликнетесь и в сообщениях, да, дадите обратную связь. Да, вот. Было бы приятно. Может быть, что-то конкретное для себя забирайте в работу, да, потому что часто мы слушаем вебинар, ну, такой ознакомительный, но сегодня мы с вами достаточно так вот прикоснулись к инструментарию. Вот, понятно, что это только начало, да, и мы ограничиваемся временем нашей встречи, но мы с Анной с удовольствием готовы с вами дальше как бы взаимодействовать, сотрудничать. Да, как только будет известна дата, например, нашего курса, пожалуйста, мы вас приглашаем, то есть... Мы очень будем рады для, ну, действительно вместе развиваться с вами как эксперты и получать от вас, да, интересные идеи, инсайты, потому что вообще тема профориентации, методологии, она очень интересна для развития, поэтому те из вас, кто вступает на этот путь или уже вступил... Вы обратно точно не свернете. Это про то, когда, если ты один раз выбрал путь развития, он тебя обратно не отпустит. Да, коллеги, ну что, всем спасибо, да, здесь QR-код, если вы хотите, например, со мной связаться, это ссылка на Telegram, на мой аккаунт, вот, ну что, мы с вами прощаемся, очень рады, что вы сегодня выделили это время, что вы были с нами, активно тоже взаимодействовали в чате, задавали вопросы, благодарим вас. Да, я от себя тоже хочу сказать большое спасибо за такой прекрасный эфир, за обратную связь, за то, что все были включены, и надеюсь, что ту тему, которую мы сегодня дали, для вас действительно открыла новые какие-то горизонты и немножко вдохновила вас на то, что, оказывается, не все так плохо, как оно выглядит со стороны. Спасибо вам большое. Да, все, коллеги, спасибо, до свидания, до встречи, до новых встреч.